Советник президента России по культуре Владимир Толстый заявил, что сериал «Чернобыль» был снят с большим уважением к людям, которые пытались предотвратить катастрофу. Толстый признался, что посмотрел две серии, но полное впечатление сформируется, когда досмотрит сериал до конца. «Я посмотрел только две серии. Добротно сделано, но надо до конца досмотреть, чтобы составить полное впечатление. Он снят уважительно по отношению к людям, которые мужественно пытались это предотвратить», отметил советник главы государства в разговоре с журналистами. Подобного мнения придерживается и глава Минкультуры. Ранее Владимир Мединский в беседе с Лайфом похвалил сериал «Чернобыль» за уважение к простым людям. Напомним, что «Чернобыль» стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достаточно достоверным. Один из них, генерал-майор Николай Тараканов, непосредственно руководивший операцией по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ставший прототипом одного из персонажей сериала. Он высоко оценил работу актера, игравшего его в сериале, но при этом назвал перебором некоторые показанные образы.